Трехсменных школ в Шымкенте больше нет. Вопрос решен за счет строительства, сообщили в управлении образования. Трехсменный режим обучения ликвидировали в последних гимназиях в 1-й, 45-й и 65-й. Там сделали пристройки. В этом году в городе успели построить 18 новых школ. Большую часть из них возвели на средства инвесторов. Однако дети смогут учиться там бесплатно в рамках программы подушевого финансирования. Аварийных школ в мегаполисе на сегодняшний день тоже нет, но есть учебные заведения, которые работают на пределе возможностей. Таких 12. Их планируют тоже разгрузить. В следующем году, по данным управления образования, вновь ожидается большая стройка в рамках нацпроекта «Комфортная школа». Иначе успеть за темпом роста численности детей не получится, говорят специалисты. Ежегодно в мегаполисе бьют рекорды по количеству первоклассников. В этом году, например, за парты впервые сядут 28 тысяч детей. По городу Шымкент проблема трехсменных школ полностью решилась. В прошлом году было сдано 54 школ. В этом году в этом году сдается 18 школ. Это все на следующий год точно так же планируется 38 школ. Эти все данные, когда рост детей, рождаемость детей учитывается.